Добрый вечер всем. Добрый. Один Глебка так реагирует. Ой, у нас что-то он гусь залез на клумбу. Ага. Ага, это Саша. Меня, говорит, это я все для съемки. Для съемки? Ну, хорошо. Это Саша газончик подстригал и гуся на клумбу. А ты что, здесь будешь? Боня на постоянку разговаривает с кем-нибудь, да? Раньше Чехия была раньше Чехия была Все. Да. Ага. Ой. Ага. Ага. Привет, Саш. Надо, надо. Видишь, вот одной рукой старается. Ну вот, порядок. Вот как подстрижет газон, правда, вот настолько газон полосочками, прямо вот рядочками такими весь. Вот видите, видно как раз рядочки, рядочки. Так классно получается. Олё! А эта Олечка посадила вот эти, как их, чебучки или корешки-то вот эти, как, черенки роз. Не знаю, как. А, это как-то называется? Черенками, да? Ага. Ну, не знаю, прирастет или нет, примется или нет. Смотрите, вот эта роза какая красивая. Много-много-много мелких розочек. Классная такая, прям букетами. Розарий классный, много так розочек. Батя наш однорукий ходит. Вот этот джип, смотрите, какой, это новый. Ага, да, это новый джип. Давайте поближе вам его покажу. Давай, давай. Вот смотрите, лайт видно вам? Видно. Ага, лайт вот 4 штуки. Сам водитель. Это Урбан, вот эти Урбан, такие хорошие фирмы. А тогда Гади попалась. Вот эта фирма вообще... Мне не понравилось. Я сперва же долго с ней мучился, собирал там все, ну как вам сказать, все вот эти вот ручки вот эти, они так туго вставляют. Ну да, не подходят. Не подходят многие детальки, да? Лаванда отцветает. Ну, может быть, она семена как-то будет бросать. И на следующий год она, вот это вот точно она будет, она, а вот точно она сеется, наверное, смотрите. Вот здесь вот, скорее всего, у нее. Вот здесь вот, скорее всего, у нее семена были. Водичка у нас сегодня так и не нагрелась, а вот завтра передают 42. Поэтому завтра-то у нас тепло будет. Малинка поднимается, ничего, нормальная. Ну, вообще, она низенькая, но малинки много. Смотрите, какие кустики хорошие. Много-много прямо. И она такая крупная-крупная малина. И главное, что она очень долго... лежит, она не это, сок не пускает. Сейчас я вам покажу, как у нас теперь красиво за тепличкой. То у нас там всегда земелька была, да? А теперь вот, вот так вот у нас вот здесь забетонировали. Красиво получилось. Вот они это просто вот каждую лунку обрисовали, короче. Но еще не совсем убрали здесь всякие железяки. Вот это, короче, ставили какие-то. Ах. Ну вот. Так и пропала наша яблонька вот эта. Почему-то что-то на нее напало. Оль, что делаешь? А? У курей, у цыплят надо почистить, Оль. А? Ага.
Зеленуха моя, он колосится уже прям. Аж цвет пускает. Ну, за... Газон выровнял, да, цвет? Да, газон и цвет выровнял. И вообще газончик обалденно красивый. Он же селитру удобрил. Серьезно? Ну, он же у нас вон там желтел, вон там пятаки были. Мы вообще ничего, я думала, мало, это, воды мало. Стали больше поливать. Вот прям желтеет страшно. Вот здесь, вон там. Потом смотрю, он начал выравнивать. Саня говорит, смотри. А он даже если так присмотреться, кое-где прям почти черный, пятаки, да, зеленый. Да. А сейчас яркий газон вот там, стал. Там, где селитра попадала, он раскидал, оказывается, селитру. Угу. И там, где селитра попадала, он, смотри, прям пучками такой насыщенный. Угу. Надо будет еще потом для газона взять какое-нибудь удобрение, раскидать. Угу. Классный газончик. Олечка, классная у меня. Рыба моя. Пойдем, доча. Инструмент мне неси. Сейчас цепунем. Свет включать уже будем. А курочка мы летом не включаем. И так солнышко поздно заходит. А вот зимой они у нас до 10 часов со светом сидят. Чё, красотки? Мало осталось. А, вы фонарика боитесь. Ладно. Смотрите, как хвост отсвести стало. Столько много. Лёха, чё ты целый день сегодня не приходишь? Классно. Тоже как вот подстрижет газончик, он такой красивый делается. Лёль, пойдем? Да, сейчас пойдем. Видела это? Что? Анютки пришли сюда. Да ты что? А ты не видел? Нет. Я вчера начала траву делать. Смотрю, здесь эти анютки. Угу. Ну и пускай. Конечно, пускай, я их и не буду трогать. Пускай они здесь будут. Ветром, да, походу, думаю, семена? Да, конечно. Вот эти я хочу полностью убрать. Мне вообще не нравится. Вообще дурацкий цветочек ждала, такой. Ждала, что они наберут силу. По итогу в ноль. И да. Вот ту полностью каменную руку. Вот это, вот эту симпатичнее, да, смотрится? Ну да. У него хотя бы листик такой необычный, да? Угу. Морозов не боится она, да? Ну вот. Ой, как хорошо на улочке. А завтра что будем делать в такую жару? Лёля. Вон моя копия сидит. Где? А, Баба-Яга? Да ты красотка у меня. Угу. Он же ее на штырь там. Вот я в старости буду. И такая же противная. Я уже и сейчас противная. К старости вообще накроют. Да? Ты хорошая, Оль. Пошалим с тобой в старости. Да? Угу. Пойдем. Сашка-то в старости еще хапнет. Угу. Да. Горе хапнет с тобой. Да. Лёха, кс-кс-кс-кс-кс. Красавчик мой. Смотри, почему у кошки еще листики щелкнутые, я не понимаю. Жарко, наверное, ей. Ну как так? Она здесь... В прошлом году ей ничего не было, да? Здесь ее... Может, мы ее переливаем? Может. В прошлом году еще хуже переливали. Да? Да. Ну, кстати, в этом году она столько цветов выкинула. Угу. Здесь, смотри, еще вот они. Вот, угу, вот. Угу. Здесь еще вон. Цвет валом. Ну, я не понимаю, почему листья так сохнут здесь. Может, вот эту ветку опилит, солнце больше попадает, я не знаю. Не знаю. Странно, да? Угу. Ну, та хосточка, ничего себе. А та нормальная, вот той тени больше. Да. Красотка моя. Ладно, все.
Ну, все увидела камеру. Глеб такой же. Начала выпендриваться. Слава святая, и только ей доверяю. Только. Не отвлекай меня. Все, всем пока-пока. Вот это дела не сделаешь. Не-не-не, ты мне стул неси, мне работать тоже надо. Ну вот, сейчас принесет, будем работать. А ты чуть не попрощалась? Пять ходок прощай. Пять ходок прощай, все, пока-пока.